Вы пытаетесь освободиться. Но она держит вас в своих ужасных тисках. Вы не знаете, что это. Боретесь с симптомами, не понимая, в чем причина. То, чему вы не противостоите, не изменится. Но теперь она разоблачена. Запуганный человек почитает то, чего он боится больше, чем Бога. От чистого сердца люди думают: «Я живу благочестиво, и поэтому дары будут действовать сами собой». Нет, вы должны возгревать их. Лиза Бивир рассказывает свое личное свидетельство о том, как она преодолела запуганность. Может быть, именно для этого времени ты достигла достоинства царского. В вас поднимается храбрость. Вы наполняетесь смелостью и готовы вырваться из оков запуганности. Вы те, кто будет доблестно сражаться за правду на земле. Бог не дал нам духа страха, робости или запуганности, но силы, все скажите силы. Любви, все скажите любви. Кто из вас знает, что одного желания недостаточно? Необходима любовь Божья. Любовь Божья, агапе. И кто из вас знает, что она излилась в наши сердца, когда мы родились свыше? Мы произошли не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, которое живет и пребывает вовек. Бог есть любовь, и Его Слово — любовь. Друзья мои, необходимо, чтобы в нас возрастала любовь. Аминь. Бог дал нам дух силы, любви и чего еще? Здравого разума. Последний в этом списке — это здравый разум, как сказано в Библии короля Иакова. Именно о нем мне так нравится говорить. Позвольте вначале сделать такое утверждение. Вы будете служить тому, кого боитесь. Если вы страшитесь людей, то в конце концов будете служить людям, а если Бога, то в конечном итоге будете служить Ему. Сначала поговорим о страхе перед людьми. Я дам вам определение. Внимательно послушайте то, что я скажу. Бояться людей означает постоянно находиться в тревоге, беспокойстве, боязни, подозрении, испытывая страх перед смертными. Оказавшись в его капкане, мы будем прятаться от обид и упреков и постоянно избегать отвержения и конфронтации. Нам придется постоянно заниматься самозащитой или угождением людям. Поэтому в своем служении Богу мы становимся неэффективными, боясь того, что могут сделать нам люди. Ни один человек не отдаст Богу то, чего Господь достоин. Сильно сказано. В одном из переводов Библии, в послании к Галатам, 1 главе, 10 стихе, Павел делает такое утверждение. «Стремлюсь ли я быть человекоугодником?» Скажите, «человекоугодником». Нет, я стараюсь угодить Богу. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Знаете, в момент, когда человек начинает угождать людям, он перестает исполнять волю Бога. Вы со мной? Книга пророка Исаии, 51 глава, 12 стих. Поразительно. Бог говорит: «Я сам утешитель. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава?» Вау! Послушайте, что говорит Иисус в Евангелии от Луки, 12 главе, 4 и 5 стихах. «Говорю же вам, друзьям моим». Все скажите: «друзьям моим». «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». Поразительно, так ведь? Что такое страх Божий? Прежде всего, это не значит испытывать перед Богом ужас. Как вы можете иметь отношение с тем, кого ужасаетесь? Помните, Иисус сказал: «Говорю же вам, друзьям моим». Бог желает с вами отношений дружбы, но в 24 стихе... В 14 стихе в новом живом переводе сказано... «Дружба, все скажите вместе со мной, дружба с Господом приготовлена для тех, кто боится Его». Вы слышали? Дружба с Господом приготовлена для тех, кто боится Его. Иными словами, Бог говорит: «Если вы не имеете страха Божьего, то не можете войти со мной в дружеские отношения». Вы еще здесь? Иисус сказал: «Вы друзья мои, если исполняете мои заповеди».
Что значит бояться Бога? Позвольте мне дать вам определение страха Господня. Он включает в себя уважение Бога, но не больше, чем это. Бояться Бога значит воздавать Ему славу, честь, почитание и первенство, которых Он достоин. Не то, чего Господь достоин по вашему мнению, но то, чего Он достоин на самом деле. Бог занимает эту позицию в нашей жизни, если мы предпочитаем Его желание своим и ставим Его волю намного выше собственной. Вы здесь? И если мы ненавидим то, чего не переносит Бог, и любим то, что приятно Ему, важное для Господа становится значительным и для нас, а что не так существенно для Него, не так уж и важно и для нас. В книге пророка Исаии, 11 главе, 3 стихе написано пророчество, что Иисус исполнится страхом Божьим. Не должны ли мы поступать так же, как Он? Хорошее место, чтобы сказать «Аминь». Возможно, кто-то скажет мне, «Джон, мы живем во времена Нового Завета, и бояться Бога нам не надо». В Евангелии от Луки Иисус имел в виду вот что. «Не бойтесь убивающих тело, но бойтесь Бога». Во второй главе послания к филиппийцам Павел говорит, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Павел пишет церкви во втором послании к Коринфянам, 7 главе, 1 стихе, «Совершая святыню в страхе Божьем». В послании к евреям, 12 главе, 28 и 29 стихах, Библия говорит, «Итак, мы, принимая царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу». А как это служить благоугодно? С благоговением и страхом. Страх Божий — это новозаветное учение. Это то, что должно пребывать в нас сейчас. Нужно не ужасаться Бога, а иметь страх Божий, отдавать Ему первенство. Знаете, человек, который боится Бога, испытывает страх оказаться вдалеке от Господа. Человек, боящийся Бога, не говорит, «Интересно, насколько я могу подойти к линии греха и не впасть в него?» Хороший повод аплодировать, если вы этого хотите. Итак, страх перед людьми заставляет нас избегать отвержения, обид и упреков со стороны окружающих. При этом мы забываем о том, что нас может отвергнуть Бог. Человек, боящийся людей, может оскорбить того, кого он не видит, то есть Бога, стараясь не оскорбить тех, кого видит, то есть людей. Книга Притч, 29 глава, 25 стих. «Боязнь перед людьми — это опасная ловушка». Повторите еще раз. «Боязнь перед людьми ставит сеть». Так сказано в версии короля Иакова. В новом живом переводе сказано, «Боязнь перед людьми — это опасная ловушка». Что за ловушка? Боязнь перед людьми — это ловушка запуганности. Я говорю, ловушка запуганности. Теперь вы видите, что запуганность — не только дух, но и ловушка. Все скажите, ловушка, и это опасная сеть. А страх Господень, все скажите, страх Господень, это начало мудрости. Начало мудрости и знания. Он прибавляет нам дней, так сказано в книге Притч, 10 главе, 27 стихе. Душа его, человека, боящегося Господа, прибудет во благе, так сказано в 30 стихе 24 псалма. Это всего лишь несколько мест. В книге Притч, 14 главе, 26 и 27 стихах, говорится, «В страхе пред Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище». Страх Господень — это источник жизни, удаляющий от сетей смерти. А что такое сети смерти? Это страх перед людьми. Вы со мной? Я хочу показать вам контраст между двумя царями. Все скажите, двумя царями. Они правили одним и тем же государством. Вы знаете, кто они. Если же нет, то узнаете. Это Саул и Давид. Первым был Саул, он правил 2 года. Он с 2000 своих людей оказался в тяжелой ситуации в месте под названием Михмас. Там собрались филистимляне, чтобы сразиться с Саулом. Дело в том, что туда пришло множество филистимских воинов. Вспомните, что войско Саула — 2000 человек, верно? Послушайте, у филистимлян было 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников и пеших воинов, как говорит Библия, словно песка морского. Вы следите за ходом моей мысли? От ужаса люди Саула скрывались в пещерах, в ущельях и между скалами. Некоторые из евреев переправились за Иордан, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. Так описывается положение израильтян. Позвольте мне обрисовать обстановку. Это происходит в течение 7 дней. Филистимлян становится все больше и больше и больше. В конце концов, у них собралось 30 тысяч колесниц, 6 тысяч всадников, а пеших столько, что их невозможно посчитать. Верно?
Через 7 дней у Саула осталось 2000 человек. Люди прятались в пещерах, ущельях, между скалами, а некоторые уходили за реку. Те же, что остались, дрожали от страха. Самуил сказал Саулу: «Подожди, не приноси жертву Господу до определенного времени. Вы со мной?» Посмотрите первую книгу Царств, 13 главу, 8 стих. «И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Калгал, и стал народ разбегаться от него». Так? 9 стих. «И сказал Саул: приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертв мирных. И вознес всесожжение». Он не имел права этого делать. Посмотрите 10 и 11 стих. «Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил, и вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: что ты сделал? Саул отвечал: я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Их очень много, огромное количество». Верно? 12 стих. «Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решил принести всесожжение». В новом переводе Библии короля Иакова написано: «Был вынужден». Духовное объяснение нечего сказать. «И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты». Верно? Кто из вас когда-нибудь чувствовал, что вы обязательно должны что-нибудь сделать? Давайте, скажите мне. Одно из самых трудных занятий — это ждать Господа, особенно когда Он молчит. Вот чему я научился за много лет хождения с Ним. Когда Бог молчит, Он на самом деле говорит: «Ничего не меняй, продолжай делать то, что я уже говорил тебе». Не имеется в виду случай, когда вы живете в грехе и непослушании, когда вы живете в послушании Богу, а Он молчит. Но на самом деле это означает следующее: «Продолжай делать то, что я уже сказал тебе, и ничего не меняй». Люди попадают в беду, когда они стараются что-то предпринять в то время, когда Бог, казалось бы, молчит или ничего не делает. Люди делают что-то, чтобы добиться хоть какого-то результата. Именно так и поступил Саул. Притом я говорю о людях, которые действительно любят Бога. Такое поведение в жизни Саула стало типичным. Если вы вспомните случай с амаликитянами, вот каким был образ действий первого израильского царя. Он чувствовал давление со стороны своих людей, которые нервничали, боялись филистимлян, так как армия противника увеличивалась, и Саул стал действовать под давлением. Так? Под давлением со стороны своих людей. Если вы посмотрите первую книгу Царств, 15 главу, 24 стих, то прочтете слова царя: «И сказал Саул Самуилу: согрешил я». Это когда он пощадил лучших овец, волов и царя. «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их». В жизни Саула это стало привычным образом действий, и он повторял подобные поступки снова и снова. В первой книге Царств, 13 главе, 13 и 14 стихе говорится: «И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь царствованию твоему Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». Кто тот человек, о котором Господь сказал: «Он муж по сердцу моему»? Это Давид. Я изучал его жизнь. Что бы сделало этого человека самым выдающимся из всех царей? Я расскажу вам, что обнаружено мной в первой книге Царств. Прочитывая Библию, вам иногда надо обводить такие места. Давид вопросил Господа. Давид вопросил Господа. Давид вопросил Господа. Эти слова встречаются на протяжении всей первой книги Царств. Прежде чем что-то сделать, пускай и находясь под давлением обстоятельств, Давид вопрошал Господа. Позвольте мне рассказать вам о самой тяжелой ситуации в его жизни. Давид отправился жить к филистимлянам, потому что Саул постоянно преследовал его. Изгнанник подружился с одним из царей этого народа и поселился со своими людьми в том месте, которое называлось Сикилаг. Там находились жены, дети, имущество Давида и его люди. Филистимляне собрались идти на войну с Израилем. Давид хотел присоединиться к ним, чтобы воевать с Саулом, верно? Когда князья филистимские услышали об этом, они сказали: «Давид ни в коем случае не может идти вместе с нами на войну, потому что во время битвы он увидит свою кровь и плоть своих братьев и повернет оружие против нас». Поэтому филистимляне решили: «Давид и его люди не пойдут с нами». И те, понурив головы, должны были вернуться в Сикилаг, так как они были отвержены людьми, с которыми вместе жили. Вернувшись, Давид и его люди узнают нечто очень плохое.
В этот город пришли амаликитяне, похитили жен, детей и все ценное, а остальное они сожгли. Вы можете себе такое представить? Вас только что отверг царь, а люди, с которыми вы вместе живете в течение 2 лет, тоже отстранились. Вы возвращаетесь туда, где ваша жена и дети, чтобы найти там какое-то утешение, но их нет, их похитили, а все, что у вас было, сожжено. Вы можете себе представить горе Давида и его людей? Но это еще не все. Изгнанники начинают говорить о том, чтобы побить Давида камнями. Куда еще хуже? Я имею в виду, это намного тяжелее того, с чем столкнулся Саул. У него было хотя бы несколько сотен человек, которые пусть и дрожали, но следовали за царем. У Саула было хоть какое-то утешение, верно? У Давида же не осталось никакого. Единственные оставшиеся с ним люди, и те хотели его убить. Представьте себе, вашу жену похитили, вы не представляете, где она. Я имею в виду, в такой ситуации большинство людей сдалось бы или сказало: «Давайте, пойдем искать». А что предпринял Давид? Это поразительно. Вот что делает изгнанник, лишившийся всего. Это написано в 1 книге Царств, 30 главе, 6 стихе. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову: «Принеси мне ефод». И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря: «Преследовать ли мне это полчище?» Бог дал ему мудрость, и Давид вернул все, что амаликитяне похитили у него. Но вот что поразительно. Бог проговорил к Давиду и дал мудрость, которую тот искал. Помните, страх Господень — это начало мудрости, верно? Бог не стал говорить Саулом, ему пришлось действовать вслепую. Первая книга Царств, 28 глава, 6 стих. «И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». Бог перестал говорить с царем. Знаете почему? Потому что он попал в опасную ловушку страха перед людьми. Саул потерял страх Божий. Вы со мной? Поэтому Господь говорит в 24-м псалме, 12-м стихе: «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Если вы хотите, чтобы у вас была мудрость, самое главное для этого — иметь страх Господень. Если вы хотите получить совет от Бога, самое главное, чтобы у вас был страх Господень. В книге Притч, 9 главе, 10 стихе сказано: «Начало мудрости — страх Господень». Иметь мудрость означает знать ответ на вопрос, что мне делать в данной ситуации. В одном из переводов книги Притч, 1 главе, 7 стихе сказано, что страх Господень — это начало знания. Книга Притч, 24 глава, 5 стих в Библии короля Иакова гласит: «Человек мудрый силен, и человек, имеющий знание, укрепляет силу свою». Знание дает вам силу, необходимую для того, чтобы избежать ловушки запуганности. Мы говорим не о земном, а о духовном знании. В книге «Деяния апостолов» находится одно из моих самых любимых мест Писания. Послушайте, что думали члены Синедриона об учениках Иисуса, Петре и Иоанне. И приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видите, какое дерзновение имели ученики благодаря тому, что у них был ум Христов. Здравый разум приходит от познания ума Христова. Одно только знание Писания — это еще не ум Христов. Фарисеи хорошо изучили Тору и пророков, и тем не менее не смогли узнать Сына Божьего в то самое время, когда Он прямо на их глазах изгонял бесов. В Евангелии от Иоанна, 4 главе, 4 стихе, Иисус говорит: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих». Заметьте, Он сказал не исходившим, а исходящим. Почему? Потому что буква убивает, а дух животворит. Вы можете спросить: а зачем нам тогда Библия? Она необходима нам для того, чтобы знать, когда говорит Бог. Ведь то, что Он изрекает сейчас, совершенно соответствует тому, что Он уже сказал. Вы со мной? Я говорю, вы со мной? Доктрина не устанавливает наши отношения с Богом, а только дает им определиться. Вы со мной? Дух Святой был послан для того, чтобы говорить с нами. А что Он сообщает? То, что слышит от Христа. Поэтому нам необходимо иметь живые отношения со Святым Духом. Ведь если мы не будем знать, как слышать голос Духа, мы не сможем познать ум Христов. Иисус сказал: «Овцы мои знают мой голос и следуют за ним, а за чужим голосом не идут». Аминь.
Даже не могу перечислить, сколько раз познание ума Христова помогало мне в разных ситуациях справиться с запуганностью. Вот один из случаев, который я никогда не забуду. Меня пригласили проповедовать в Монтерее, Мексика. Это было еще в 80-х годах. Там, да и во всей стране, действует закон, согласно которому Евангелие могут проповедовать только граждане Мексики. Меня разрекламировали как проповедника с мировым именем. В спортзале в центре города собралось огромное количество людей. Ожидалось большое служение. До начала осталось 15 минут. Этот джентльмен приходит с двумя солдатами, смотрит на пастора, на меня и говорит: «Вы понимаете по-испански?» Я отвечаю: «Нет, сэр». Он продолжает: «Говорю вам, вы ничего не скажете этим людям, разве что поговорите на тему туризма». Потом чиновник посмотрел на пастора и стал делать ему суровое внушение. Тот отвел меня в сторону и сказал: «Никак не получится, чтобы вы сегодня вечером проповедовали». Я сказал: «Если вас тревожит то, что я попаду в тюрьму, не беспокойтесь». Он ответил: «Это может повредить моей церкви, потому что я американец, женатый на гражданке Мексики. Этот человек может причинить мне много неприятностей, потому что он высокопоставленный чиновник». В тот момент мне было очень тяжело, потому что весь день я молился в своем гостиничном номере и видел луч света, который упал с небес прямо на это здание. И Бог сказал мне: «Это моя сокровенная слава, которая проявится на сегодняшнем служении». Я был очень расстроен. Помню, как вышел из спортзала и увидел флагшток. Знаете, что я сделал? Будучи расстроен, стал ходить вокруг этого флагштока и молиться в духе. Я подумал: наверное, эти люди считают, что я какой-то ненормальный пьяный француз. Помню, как я ходил вокруг и молился в духе. Почему я это делал? Потому что Библия короля Иакова говорит в книге Притч, 20 главе, 5 стихе: «Совет в сердце человека — это глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их». Верно? Иисус сказал: «Из чрева вашего потекут реки воды живой». Он говорил о Святом Духе. Правильно? Я стал молиться в духе, так? После 5 минут молитвы в глубине моего сердца появилась такая мысль: «Отложи свою Библию, пойди туда и расскажи им о самом великом туристе из всех, кто посещал Мексику, об Иисусе Христе». Я сказал: «Вот оно, это то, что надо», и побежал обратно. Навстречу жена пастора, она говорит, что он хочет мне что-то сказать. Я подошел к нему, пастор говорит: «Делайте все, что Бог велит вам». Я ответил: «Друзья, мне разрешили говорить только на тему туризма. Я здесь, чтобы рассказать вам о самом великом туристе из всех, кто посещал Мексику». И 45 минут проповедовал об Иисусе. Потом я призвал к покаянию. Вышло много людей. Помню, как Бог прямо тогда исцелил хромого человека. Когда это случилось, вперед выбежали сотни людей. Помню, как я молился за женщину. Одним ухом она слышала на 75%, другим не слышала вообще. Бог вернул ей слух, и ее блузка была мокрая от слез. Из светло-голубой она превратилась в темно-голубую. Помню, одна женщина исцелилась от катаракты. Были и другие исцеления, но вот чего я не знал. Тот чиновник тайно послал своих наблюдателей, чтобы они арестовали меня, если я начну проповедовать. Они собрались это сделать, когда хромой человек стал бегать вместе со мной. И один из них сказал: «Давай подождем и посмотрим, что будет дальше». Они увидели, как исцелилась глухая женщина, и эти два парня, которые пришли меня арестовать, приняли спасение. Именно благодаря тому, что во мне пребывал ум Христов, запуганность была сокрушена. Вы со мной? Если бы вам только стали понятны эти слова из Библии. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Когда мы находимся под давлением обстоятельств, именно тогда нам необходим ум Христов. Если он пребывает в нас, никакому запугиванию не устоять. Аминь. Взгляните на Давида, он был человеком, который знал силу Бога, которому служил. «Господь — крепость жизни моей». Он любил Господа больше, чем собственную жизнь, и хотел знать, что думает Бог. Вот почему Давид вопрошал, вопрошал и вопрошал его. И я скажу вам, чтобы победить запуганность, необходима смелость, источник которой — дух силы, любви и здравого разума. Необходимы все три его проявления, а не одно из них. Такая комбинация свойств Духа Господня дает вам силу выдержать и противостоять любому виду страха и запуганности. Вы пытаетесь освободиться, но она держит вас в своих ужасных тисках. Вы не знаете, что это. Боретесь с симптомами, не понимая, в чем причина. То, чему вы не противостоите, не изменится. Но теперь она разоблачена.
Запуганный человек почитает то, чего он боится больше, чем Бога. От чистого сердца люди думают: «Я живу благочестиво, и поэтому дары будут действовать сами собой». Нет, вы должны возгревать их. Лиза Бивир рассказывает свое личное свидетельство о том, как она преодолела запуганность. Может быть, именно для этого времени ты достигла достоинства царского. В вас поднимается храбрость. Вы наполняетесь смелостью и готовы вырваться из оков запуганности. Вы те, кто будет доблестно сражаться за правду на земле. Джон Бивер открывает причины запуганности, призывает вас разорвать ее гнетущие оковы, учит использовать дары Божьи и устанавливать владычество господства в вашей жизни. Позвоните или напишите в служение посланник, чтобы приобрести книгу Джона Бивера «Разрывая оковы запуганности». Цена со скидкой $14 США, $20 в Австралии и 9 фунтов в Соединенном Королевстве. Или закажите полный комплект «Разрывая оковы запуганности», который включает в себя 8 видеозанятий на 3 DVD, книгу и рабочую тетрадь. Вы также полностью получите учение на 4 аудиокомпакт-дисках. Чтобы оформить заказ, посетите наш сайт или позвоните по нашему номеру в США, Австралии, в Соединенном Королевстве 0800-9808-933 и за его пределами 440-1-442-288-531. Спасибо, что смотрели передачу «Посланник». Надеемся, что это слово ободрило и заставило вас задуматься. Для того, чтобы получить это мощное послание и более подробную информацию, посетите наш сайт или свяжитесь с нашим офисом в США, Австралии, в Соединенном Королевстве и за его пределами. Наш номер вы видите на экране. Outside the United Kingdom, please call 441-442-288-531.